мы пытаемся приглашать нестандартные коллективы. То есть коллективы, которые выражают себя чем-то необычным, которые то ли пытаются делать какие-то нестандартные, нетрадиционные ходы, но, естественно, играют, так сказать, не как обычные коллективы, сидя по нотам, а пытаются работать в движении. Сам инструмент имеет возможность издать только одну ноту. Все. Это современные инструменты роговые. Но дело в том, что у них есть предшественники, которые были созданы еще в 18 веке. Они были созданы на основе обыкновенных, грубо звучащих охотничьих рогов, которые использовались просто во время охоты императорской. И совершенно случайно вот этот вот эта охота превратилась через этот оркестр, превратилась в целое искусство, в целый жанр. Смогли восстановить вот тот самый старинный принцип игры в роговом оркестре, когда один человек играет только одну ноту. И только во взаимодействии всех музыкантов вы можете услышать музыку. Поэтому у нас каждое произведение занимает много часов работы, пока мы уже сможем припаять одну к другой вот все эти ноты. И тогда только вы можете все это услышать. Мы подготовили репертуар, отталкиваясь для передачи национального колорита нашей земли, нашего народа. Это будут наши мотивы, мелодии, народные танцы, используя народные инструменты. Также в пласт-концерте будут задействованы наши легко узнаваемые хиты, на которых выросли наши деды, отцы и мы с вами. Оркестр чем популярен и востребован, то что он может исполнить практически любые произведения от классики до современной музыки. Если позволяют возможности оркестра, исполнители, любая музыка может быть исполнена очень качественно и на высоком уровне.